Здравствуйте, мы из города Курска. Меня зовут Юля. Я тоже из города Курска, меня зовут Алевтина. Мы были на семинарах Татьяны Зинченко, вот уже не первый раз, были сейчас в Белгороде, до этого были в Москве. Каждый раз что-то новое, интересное для себя получили. Очень резонирует то, что дается достаточно много информации, как в повседневной жизни перестать жить в постоянном стрессе и конфликте. То есть можно жить по-другому. Вот в этот раз конкретно как раз очень хорошая тема власти манипуляции, потому что вот я, например, постоянно сталкиваюсь с тем, что либо мной манипулируют, либо я пытаюсь кем-то манипулировать. Помогло взглянуть на это со стороны и увидеть, что от этого можно легко избавиться на самом деле. Никаких усилий сверх возможностей не нужно прилагать. Все просто. Я хочу добавить, что я тоже не первый раз на семинаре у Татьяны Зинченко. Я тоже была в Москве. И смотрю там ее работы, выступления. Мне очень помогло и помогает, поэтому я еще раз приехала. Налаживание, ну, как бы отношения, партнерские отношения на работе, что могу даже сказать, у меня почти получилось, так скажем. Мне удалось выстроить партнерские отношения на работе. Ну, пусть там не идеальные, но я понимаю, что это можно, потому что это было сложно. Единственное, что сложновато для меня сейчас выстроить партнерские отношения в семье с детьми взрослыми, у которых свое мнение на все, а я, естественно, пытаюсь помочь, или манипулировать, что это. Вот я для этого и приехала, чтобы понять вот эту грань, помочь себе разобраться в этом, чтобы ни мной не манипулировали дети. И, естественно, я им могла в помощь только быть, но никак манипулятор. Учитель обычно. Да, да, и учитель, да. Это же просто бесценно дома, чтобы было хорошо, никто никого власти не хочет ни над кем. Это же чудесно. Хотя бы в семье, а там уже по сферам деятельности. Да, я рада, что я стала своим взрослым детям и уже не маленьким внуком. Не просто мамой, не просто бабушкой, не просто поучилкой, так скажем, которая всю жизнь только и делала, что получала. И я чувствую, как и они это чувствуют, что я им стала просто партнером. Я стала другом в своей семье. Для меня полезен сам факт того, что можно поступать по-другому. И можно научиться жить без постоянного внутреннего конфликта. Вот для меня вот из этого семинара я хорошо увидела внутренний конфликт, как происходит. И что на самом деле вот внешняя ситуация, она уже иллюстрирует того, что это во мне внутренний конфликт. И я могу внешне ничего не делать, это очень тоже привлекательно. Но внутри себя спуститься, посмотреть, что происходит, избавиться от этого и наблюдать, что внешне это тоже откликается, как правило. Я вынесла именно такое понятие внутреннего состояния своего, потому что вот точно теперь знаю, что можно этому научиться, хотя еще, наверное, 2 года назад я думала, что это вообще невозможно, что я не смогу себя никогда изменить, свое отношение к жизни, как я называла, что это жизнь. Вот теперь точно знаю, что это можно, мне стало легче жить. Мне стало легче принимать все ситуации, которые происходят в моей жизни, и понимать людей, и понимать себя. И жить действительно в удовольствии. В удовольствии. Жизнь в удовольствии – это однозначно. Несмотря на мои не молодые годы, я так считаю, что я жить только начала. И так интересно, и так здорово жить. Общение со всеми единомышленниками, вот эта атмосфера – это непередаваемое ощущение, это надо прочувствовать, это партнерство, это нужно прочувствовать.